Знакома ли вам проблема маленькой комнаты, темной комнаты, с потолками, которые прям давят на голову? Прямо сейчас мы решим вашу проблему. Прямо сейчас со шторами, цветочный мотив, ваша комната визуально станет шире. Вам будет не легче дышать, и потолки перестанут давить на голову, потому что их высота станет выше. Вот интересный момент, что сегодня с помощью всего лишь одних штор мы так меняем наше пространство и расширяем его, наполняем воздухом. Как мне это нравится, Катя, я обязательно воспользуюсь твоим советом. Но давай посмотрим, в какую комнату я смогу повесить шторы цветочный мотив. Лен, такие шторы ты сможешь повесить в спальню, в гостиную, в детскую комнату. Да. Это абсолютно универсальное решение. Ну, что важно, давай вот поговорим именно о цветочном. Гамме, давай, да, интересно ролик. Очень. Вот я говорила о том, что этот комплект, он сразу же, да, и визуально расширит пространство, это раз. Так. Он наполнит цветом интерьер, то есть сделает комнату здорово. Светлее. Но и также еще поднимет высоту потолков за счет своего вертикального дизайна. Здорово. Ну давайте посмотрим, как наши шторы, цветочный мотив смотрятся в интерьер. Ну вот, посмотрите, как преображается интерьер. Лен, вот ты говорила, у тебя... Небольшая комната, небольшая темная комната. Первый этаж. Посмотри, прекрасное решение. Ты видишь, комната сразу становится светлее. Слушай, правда? А светлая комната, обрати внимание, становится более акцентной за счет наших коралловых цветов. Mm. Вот, посмотри, это такой средний вариант, да, не темный, но не светлый, но вид становится очень освежающий. Да, мне очень нравится. Освежает комнату, это, конечно, здорово, но знаешь, почему я как бы немножечко вот так с осторожностью отношусь именно к светлым оттенкам? Потому что, например, сегодня утром я проснулась в 4 утра. Как только солнышко встало, глаза открываются, комната наполняется светом и сразу просыпаешься. Лена, ну ты понимаешь, как здорово? Вот прямо сейчас, вот в данную минуту я решу твою проблему, так. В том числе. У тебя будут, во-первых, светлые шторы, как ты любишь, да. Но ты еще начнешь высыпаться, потому что наши шторы непростые. Наши шторы двухсторонние, посмотрите, они сшиты из двух полотен. А значит, Леночка, ты будешь высыпаться, потому что это шторы с эффектом blackout, они блокируют солнечный свет. Слушай, ну я сегодня просто удивляюсь. Шторы, цветочный мотив, двойные. Получается у нас одно полотно спереди и другое полотно с изнаночной стороны. Это фантастика сегодня на нашем телеканале. Если вы хотите наполнить ваш интерьер светом, если вы хотите увеличить пространство, но при этом высыпаться, вот оно, ваше решение сейчас здесь. Шторы, цветочный мотив. Ну, конечно, какой блеск невероятный. Катя, это шелк, я сразу спрашиваю. Ты правильно заметила, да, это шелк. Ой, ну подожди, шелк может излучать такой изящный и элегантный блеск. Ну подожди, шелк это такая капризная ткань, вот зацепится, не дай бог, потом что делать, как ремонтировать? Слушай, Лен, ну у нас ведь не простой шелк, у нас ведь декоративный шелк. А вот декоративный шелк, в отличие от натурального, этим и отличается, что он обладает высокой износостойкостью и практичностью. А это, конечно, очень важно. Вот смотри, декоративный шелк, он устойчив к зацепке. Так. Да, это важный момент. Также он не боится прямых солнечных лучей. Вот это да. То есть, а подожди, он получается выгорать. Не выгорит? Нет, не будет выгорать. Подожди. Слушай, ну вообще срок службы знаешь какой у декоративного шелка? Так. В среднем он служит 15 лет без потери качества. Вот ты можешь себе представить? 15 лет без потери качества вы получаете широкий, обновленный свой интерьер, который расширяет ваше пространство, но еще получаете комфортный сон, потому что шторы наши не пропускают света. Плюс еще это декоративный шелк, который служит нам абсолютно долго. Посмотрите, какое качество, какой блеск. Осталось только позвонить прямо сейчас, оформить заказ и получить все выгоды от общения, от дружба вместе с нами. Давайте посмотрим, как мы будем вешать шторы. Очень хочется мне узнать, сколько мы метров будем пришивать нашу ленту. Ой, Лена, у тебя вот вечная проблема. Но пришивать ленту. Я однажды пришивала эту ленту. Я вам скажу, я полдня промучилась. Еще ткань скользила. И вообще вот ничего не получилось. Ну, ты знаешь, тут не придется тратить даже получаса, потому что у нас комплект уже готовый, отшитый на шторной ленте. А что важно, шторная лента, вот вы еще в данный момент видите, это ведь универсальное крепление. Подойдет для крючков, для крокодильчиков, в том числе и для колец. А еще и создаст драпировку наших штор. Красиво. Очень красивый, подогнав именно под размер вашего окна. Лен, но я хочу еще, конечно, уделить внимание тому, что
чтобы у нас интерьер не был, знаешь, таким пустым, чтобы он был полноценным, чтобы это было готовое решение, обратите внимание. У нас ведь шторы, цветочный мотив и покрывало, винтажные цветы. Ой. И все это в едином стиле. Два акцента, и ваш интерьер приобретет эффект нового ремонта, словно вы приобрели новую мебель. Поверьте, ваш интерьер не узнают. Будут думать, что у вас работал дизайнер. Ну, так, так и есть. Дизайнер от Shop & Show, лично ваш эксперт, конечно, Екатерина Архипкина. Ну, Катя, скажи, пожалуйста, можно ли наши шторы и покрывало отнести к классическому стилю? Абсолютно верно. Это на 100% классический стиль, но, конечно же, с элементами роскоши, что очень важно. Если вы хотите роскошь добавить в свой интерьер, конечно, наше предложение для вас. И мне очень интересно, как за этой роскошью можно ухаживать. Ты знаешь, Лен, что важно? Ведь роскошь теперь стала абсолютно практичной. И ухаживать очень просто. В химчистку ходить не будем. Так, здорово. Стирать будем дома. Деликатный режим 30 градусов. Лен, а это ведь значит, мы будем экономить деньги на химчистке, а постирать шторы, извините, это 1000 рублей. Но мы сегодня еще не только на этом экономим. Мы сегодня с вами экономим на химчистке раз. Мы сегодня забираем готовое решение, которое не пропускает воздух, которое не выгорает на солнце и при этом еще и украшает ваш интерьер, делает его шире, делает его просторнее, добавляет воздуха и красоты. Прямо сейчас дозвонитесь по нашим бесплатным номерам и получите все выгоды. Ну и, конечно, роскошный Лен, интерьер. Лен, а я прошу, чтобы ты подобрала портьеры, как и я. Давай. Да, наши необыкновенные. Мы, что вот мы так показали, вот посмотри, драпировку, да, и посмотрите, вы можете дополнить также тюлем солнечное утро, да, и создать при этом новый образ вашего дома. Но, посмотрите еще, обратите внимание на драпировку, благодаря тому, что наши портьеры, они сшиты из двух полотен, драпировка получается очень густая и очень богатая. Роскошный интерьер сегодня у вас, все звонки бесплатные, оплата только при получении на почте в любое удобное для вас время.